Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дракон и Всадники Олуха. Так, ну что, решил я, друзья мои, опять перед работкой поиграть чуть-чуть. Сегодня, слава богу, крайняя смена, потом будут выходные. Уже длинные. Да, и на длинных выходных мне есть чем заняться. Это и Хогвартс Легаси. И это одни из нас, да-да, мы будем проходить, ребят. Хотя, она у меня уже пройдена на втором канале, на плойке. Но мне вот хочется, ребят, на ПК тоже пройти. Потому что, сами понимаете, что на мышке и клавиатуре намного удобнее играть, чем на геймпаде. Ну, по крайней мере, это мне так. 30 миллионов рыбы. Давай-ка мы, наверное, отправим. А, нет, секунду, секундочку. Мы отправляем куда? Мы, естественно, в последнее время ищем нужные материалы на легендарного дракона. Хватит, как говорится, уже рассусоливать. И пора действительно приступать уже к поискам. Так, давай этих отправим. Здесь заберем, наверное, рыбу. Дерево. Так, дерево и рыба. Дальше у нас тут еще идет древесина. Сейчас всех подправляем, куда только можно. Так, смотрим. Ага, этого еще нужно тоже отправить на поиски. Пускай плывет. Как говорится, идет в заплыв. Модификрылка. Слушай, мне бы, конечно, модификрылки поднять бы уровень до 90-го. Было бы, наверное, круто. Было бы, наверное, круто. Подожди, еще, кстати, у нас задание. Да-да-да-да-да. Так, поручить драконам добывать рыбу. Ну, пускай рыбий хвост полетел за рыбой. А почему именно он? Ума не приложу. Так, болтуна прокачаем. Ну, по крайней мере, сказали, что болтун будет тебе добывать очень много рыбы. Посмотрим, насколько он будет много добывать. В данный момент у меня, по-моему, по древесине самый мощный это фейерверк. Да, фейерверк нам, конечно, там тонны просто добывает рыб. Что очень меня устраивает. Так, подожди, а что у нас вот здесь вот? А, повысьте уровень громорога на 5. Блин, да он дорого стоит. А можно другого громорога мне? Вопрос-то сразу же возникает. А у тебя есть другой громорог? Рэй, есть у тебя другой? Нету. Это значит, нужно нам идти в наше хранилище, в ангар, брать тут громорога. Это острозуб. Вот. И, например, его... Вашим драконам негде расти. Освободите место, убрав... Чего? Чего вы там несете? Как-то нету места. Разместить. Вот вы заливать, нету места. У меня тут место немерено. А, он понял. Все, я понял. Он только отсюда мог тренироваться. Когда он выложен на территории. Когда он там где-то в ангаре, он оттуда не может. Все, я понял свою ошибку. Так, тут у нас бронекрыл. Пускай бежит. Урчамень. Но я пока его трогать не буду. Инферн. Брызговик. Брызговик. А ну-ка. Ну, брызговик намного больше, ребят, добывает нам ресурсов, чем тот же самый Инферн. Но если мы прокачаем Инферно до максималки... Ну-ка, посмотрим. Так, это на максимальном уровне. 2 миллиона 11 миллионов, да? О, в любом случае, этот парень... приносит больше. Блин. Ладно, я пока не буду трогать. Единственное, что отправим их на поиски.
Так, у нас там что-нибудь связано еще с нюхохватами или еще с кем-нибудь? Поищите нюхогорба. Блин, 90 уровень нужен. $200 требует. Ладно, ребят, я буду прокачивать. Я буду прокачивать его потихонечку. Так, сейчас мы его отправим. Начать. Ну что, пускай опять ищет нам шлемы, наверное. Тут ты, что я делаю-то? Пускай летит. Бесплатно. Я не хочу, ребят, тратить руны, поэтому отправляю его бесплатно на поиски. Так, ну что, давай здесь заберем тогда. Угу, шестеренка. Вмешаться. Так, пускай летит. Теснина. Опять же, бесплатно. Барсик, что у тебя там в запасе? 8 рун. Так, отстроить заново бесплатно. Ну и наш малыш дает нам, оу, заколку. Переручить всех. Все, полетел. Так, тебе не хватает, да? Немножечко не хватает древесины. А древесину я, по-моему, уже собрал везде, где только можно. Ну да, так получается. И отправить я больше никого никуда не могу. Ну что ж, ничего не поделаешь. Забираем, ребят, свой последний пак. Шторморез, ловарык, кривоклык. Отлично. Здесь давай откроем бесплатный наш пак. Монета водяная. Древоруб, пристеголов, шепот смерти и малость ресурсов. А здесь у нас блестящий янтарь, две штуки. 5 заданий мы здесь выполнили, поэтому... Ауч. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть не хватает. Но я думаю, сейчас мы заберем. Так, спасибочки. И здесь еще 50. Но все равно маловато. По наградам. 500 вымпелов. Соответственно, мы еще успеваем прикупить один наборчик. Ну, сам видишь. Ну, то, что руны, да, руны выпали, это хорошо. Цветочек забрали. 350 рун за то, чтобы открыть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 6 дней осталось. Знать бы, что это за яйцо. Ой! Чё? Ой, дурик, я думал, что здесь покажут, что за яйцо, а я взял, купил. Трындец. Молодец, Рэй. Ну ты просто, ну вообще, а. Ой, блин. Ладно, друзья, пойдемте, короче, на угрозу на эту. Естественно, сегодня мы не допройдем, нам не хватит буквально двух поединков, но это уже будет, наверное, завтра. Как раз на выходном, я думаю, мы доделаем это событие. И пойдем еще сходим за паками. Надеюсь, не слишком утомил вас этой игрой. Потому что, друзья, перед работой обычно я снимаю либо черепашки, либо драконы всадники Улуха. Потому что это как бы наши две основные игры на нашем канале. Вот, но сами понимаете, что ассортимент у нас расширяется потихонечку. Вот, сейчас собираюсь вернуться в некоторые старые свои проекты. Как говорится, продолжить их снимать. Да ты запарил ты уже, а? Лишь бы, как говорится, было время. Самое, конечно, хорошее, ребят, когда в отпуске. Вот в отпуске я просто обожаю. У тебя много времени, ты можешь играть во все что угодно. Когда ты работаешь, вот это все соединять, работу и свое увлечение, но постольку поскольку получается. Да хорош. Так, слушай, ну энергии нет, поэтому я спокоен абсолютно. Ничего нам не сделает.
А отпуск у меня еще не скоро. Я писал вообще-то на май, но мне выдали сентябрь. Так что в этом году я в отпуск не поеду. Нет, можно было, конечно, в сентябре куда-нибудь рвануть, но я решил, что никуда я не поеду. Вот так вот. Что никуда... Тихо, подожди, давай просто укусим и слепоту повесим. А вот зато в следующем году, надеюсь, да, ребят, куда-нибудь дорвану. Ну давай, трать. Отлично, вот он тратит свой супердар. Теперь давай-ка по полной программе будем его здесь тормошить. Слепота на нем пока еще висит, поэтому я ни за что не переживаю и будем... Да, в принципе, все, ребят, мы его сейчас ушатаем. Замечательно. На этой рулетке нам выпадает рыба. И если еще выпадет рыба, мы с тобой кого-нибудь да отправим на поиски железа. А пока мы забираем с тобой загадочный пак. И переходим на мини-босса. Так, раз, два, три. Интересно, я просто подсчитывал, мы успеем добежать до пака плеваки. По-моему, там не получается у нас. И опять же ничего нету, никакой музыки. Панфары или фанфары они отпели. Остались одни звуки. Ладно, ничего страшного. Попробуем, наверное, сделать так в первую очередь. На. Ну что ты там хочешь? Разбег. Ага, плевок. Плевок в душу именно по барсику. Уничтожаем. Погнали. Сюда удар. Дальше, не, наверное, мы отхил все-таки сделаем. Так будет посправедливее. Ну и добивка, наверное. Вторая волна. Два синих плюс фиол. Ну, по-моему, у этого нет суперудара мощного. Начнем вот с этого. Так. Ну, понятно. Замедляшку повесил. Плюс понижение атаки. Хилку я пока применить не могу. Слушай, у нас это второй... Ага, промахнулся. Давай сюда. Надо было вот это вообще-то лупить. Нам было бы попроще, потом бы его можно было бы спокойно разнести. Ну ладно. Через отхил. Что он сейчас делает? Суперудар? Понятное дело, он тут заморозку сделал. То есть он меня замедлил и... Он понизил мне атаку. Но что-то мне подсказывает, мы здесь справимся. Так, хильнулись. Ну давай, давай. На барске переключился. Это он зря, конечно. То туда, то сюда прыгает. Здесь у нас костолом, ужасное чудовище и шторморез. Наверное, блин. Ну давай сюда влупим. Фиг с ним. Так, залечимся. Конечно, мне хотелось бы в первую очередь уничтожить чудовище. Так, он промахнулся. Потому что шторморез, но он постольку, поскольку... Вот. Вот беда, ребят. Он усилился плюс ускорился. Блин, сейчас будет жамкать. Ай-яй-яй. И что делать? Ну, этого добивать в любом случае надо. Так, что же они же там сделают? Ладно, давай-ка так сделаем, попробуем. Сейчас я хочу... Блин, переживем ли мы? Сейчас глянем, что он тут придумает. В кого он будет вообще атаку. Слушай, ну, повезло нам. Коль такое дело, сделаем так. Здесь прокус. Сейчас он будет... Блин, я думал, что... Значит, пламени нет, у него только разбег. Нам это только на руку. До свидания. Очередная рулетка, где нам выпадает древесина. Кстати, тоже неплохой ресурс. Ветрокрыл вполне, ребят, может отправиться за железом. Нет, мы не дойдем до этого пака плеваки. Максимум мы с тобой заберем ареновский пак. Ладно. Че, решили меня вообще ставить без музыки, да, без всякой? Вот, ребят, вот этот громобой намного опаснее, чем громобой, который синий. Думаю, не надо объяснять, почему. Так, здесь у нас костолом плюс шторморез.
Ну, костоломом можно, наверное, все-таки валить быстрее, потому что он у нас атакующий, да? Этот как бы подождет, ничего страшного. О, он еще и промахнулся. У них, кстати, очень, ребят, много промахов. В последнее время я заметил. Раньше такого не было. Так, давай сюда укус. Барсик двойную атаку влупит. И добьем. Ну, давай так. Последняя волна, и здесь у нас сородич шепота, плюс, опять же, шторморез. Вот это плохо, что он мне понизил атаку. Пониженная атака, ребята, также и на хиле сказывается, потому что чем меньше мы нанесем урона, тем меньше мы с тобой восстановим себе ХП. Вот здесь вот так работает. Молодцы, добили. Здесь... Ну, давай я все-таки... подлечу наших бойцов. Маленький укусик. И сейчас, я думаю, Барсик вместе со шторморезом сделает эпичное завершение. Очередное у нас колесо. Рулетка это... О, древесинка. Кстати, по фулке у нас дерево. Да что такое-то. Давай-ка мы, наверное, откроем с тобой пак загадочный. Так, шторморез, древоруб, кошмарный пристиголов. И древесину я пока забрать не могу. Ну что, родной, лети. Полетел, короче, за железом он у нас. Будешь обучаться? Конечно, будет. С превеликой радостью он полетел. Мрачно шип. Я и забыл, что мрачно шип это у нас премиум дракон. А он-то что у нас требует? Он требует рыбу. Кстати, а мы можем с тобой пак сейчас открыть? Накопил у меня достаточно монет? Нет, недостаточно. Подожди. Да, недостаточно. Нам нужно 50, а у меня всего лишь 31. Ну что, давай. Сколько у нас еще? Два поединка, поэтому забираем с тобой элитный пак. Шторморез, громобой, громель, экзотический шепот смерти, громель-защитник и беззубик, как ни странно, выпадает. Оу, тройной удар чемпион. Шикардос. Ну и... Слушай, возьмем мы сегодня пак плеваки, кстати. Все у нас там складывается хорошо. Опа, а вот это вот мне нравится. Так, истинный шепот смерти плюс древоруб. Блин, ну по идее вот это... Да они оба опасны. Они, ребята, оба опасны. Причем довольно нешуточно опасны. Так, две энергии, блин. Но он тратится. То, что он тратится, это только в плюс нам идет. Потому что на трех энергиях он так влупит, что мама, не горюй. Вторая волна. Здесь у нас громобой и плюс там злобный змеевик. Слушай, разве у нас зима не закончилась в игре? Откуда тут снежок падает? Я не могу понять. Снежинки, вон они, как бы в экран летят нам. Причем деремся на каком-то разбитом корабле. Так, давай еще раз хильнемся. Нормально. Ну что, громобой, пора. Пора тебе на покой идти. Морда ты тараканья. Давай понизим тебе защиту. Даже с пониженной защитой кривоклык не очень сильно бьет по нему. Добиваем. Так, и последняя, третья волна. Кто-то у нас стальной проныра. Угу, понял. Начинаем со стального проныры. Так, хильнемся. Укус. Этот любитель поглушать.
Ну, ага, ну понятно. Нет, непонятно, ничего у него не получилось. Он, видимо, хотел, ребят, нам понизить здесь броню на кривоклыке. Но не тут-то было, он промахнулся. Ну что, понижаем ему защиту и начинаем его, опять же, хрумкать. Да, на трех энергиях он глушит. Ну, а мы его добиваем. Очередной крутанем колесо и получим, опять же, рыбу. 187 миллионов. Последний поединок, после которого мы заберем пак плеваки. Ну, мы уже знаем, что там ничего хорошего нас не ждает, только ресурсы. Но ресурсы — это тоже нужная вещь. Слушай, два синих, я, наверное, начну вот с этого, с кревета. Опять меня оставили без музла. Как говорится, в тишине, да не в обиде. А еще есть такая, да, включите свет, дышать темно, и воздуха не видно. Ну что, добьем? Как же так, кривоклык? А, у тебя пониженная атака, все. Все, я понял. Так, два синих плюс фиол. Ужасное чудовище и кревет. Ну тут, наверное, придется нам все-таки начинать. Только не вылетай, игра, пожалуйста, там уже начинает. Блин, мало восстановило здоровье. Наверное, придется мне сделать вот так. В кого он будет бомбить? Я так и думал, а? Надеюсь, прогрузится быстро, не придется нам тут. А ведь может, ребята, не прогрузиться, а вылететь. Нет, все нормально, пока. Пока вроде бы все обошлось. Ну что? Давай тогда сюда ударим, наверное. Сделаем так. Сюда кусанем. Кого этот бомбанет сейчас? Ага, молодец. Добил. Тогда давай сюда. Бумкнули. Он фаерболы, да, свои выпускает. Хильнемся. И это у нас последняя, третья волна. Хотя и заморозчика надо было, в принципе, как бы уничтожать. Потому что он будет сейчас замедлять, замораживать. Что тоже не есть хорошо. Костылом, что ты там собрался делать? В общем, Барсик сейчас добьет вот этого хламона. Ужасного чудовища. Мы с тобой переходим на заморозку. Успеть бы его завалякать бы, вот что. Ты посмотри, что делает. Через отхил. А вот это сейчас будет, наверное, делать разбег, скорее всего. А, нет, у него не разбег, у него идет дебаф. Ну-ка. Отлично. Очередная рулеточка. Забираем здесь, ага, древесину. Почти 200 лямов. Древесина нам нужна. И пак. В общем, друзья, останется всего лишь два поединка на следующую серию. Просто два поединка. Ну, давай. Рыба, дерево. Ну, ты понял, да? Так, ну что, давай, ты готов? Так, ты лети. Этого придется нам, наверное, вернуть. Пускай летит. Все, друзья. На сегодня, наверное, будем закругляться. Да, будем закругляться, потому что нам...
делать здесь больше нечего. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.